Рамазан Имеев против Майкеля Фалькао и Алексей Кунченко против Мурада Абдуллаева за титул чемпиона М1 в полусреднем весе 9 апреля на турнире М1 Челлендж 65. Александр Шаблий против Шамиля Завурова 9 мая в полуфинале Гран-при Ахмат. Турнир Pro UFC 60 пройдет 2 апреля в Ростове-на-Дону в КСК «Экспресс». Джон Джонс высказался о Дэниеле Кормье. «Я не испытываю ненависти к этому парню. Мы не нравимся друг другу из-за того, что мы оба являемся элитой нашего спорта. Я знаю, что он способен победить меня. Он знает, что я могу победить его, так как я уже делал это. Между нами настоящее соперничество. Я думал об этом парне больше года. Я думаю о нем каждый день», — сказал Джонс. Также Джон поделился мыслями о влиянии на него длительного простоя. «Я никогда не брал такой перерыв, так что я не знаю, как я отреагирую на это. Но я не думаю, что это будет проблемой для меня благодаря моему психологическому подходу к боям. Я придаю большое значение визуализации и медитации, и благодаря этому у меня есть уверенность в том, как я буду вести себя, когда начнется бой», — сказал Джон. Напомню, поединок Джонса против Кормье пройдет 23 апреля на турнире UFC 197.